Всем привет, всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и сегодня мы посмотрим на демо-версию The Echo Paradox, Paradox Echo. В Steam стартовал очередной фестиваль под названием «Играм быть», который я уже посетил. Как я и говорил ранее, мне эти фестивали очень нравятся, так как там можно пощупать демки различных игр. В этом фестивале я нашел только себе три хорорюшки, которые мы посмотрим. Хотя, может быть, надо было бы повнимательнее там все посмотреть. Может быть, и что-то кроме хорорюшек интересное можно будет найти. Ладно, я еще туда загляну. Может быть, что-нибудь и отыщу интересное. Так, окей, хватит болтать, надо играть. И если вам понравилось видео и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него. Вам это будет несложно, а мне приятно. Ну что, The Echo Paradox, давай пугай нас. Будущее начинается с тобой. Attention, all pioneers of science and adventurers at heart. This is an official invitation from the Phazeling. Your gateway to the unknown. Где ты заканчиваешься, да, вселенная? Report to testing room. Отчет. Для тестовой комнаты. Так, окейшки. Все, пошли, да? E to it interact. Так, а с чем я тут мог? А, с дверью. Понял, принял. Так, давайте сначала осмотримся здесь, что у нас. Так, ну как всегда, ног у меня нет. Но унитаз смывается. Уже игра 10 из 10. Так, кью, ага. Дорогой кандидат 406, поздравляем и... поздравляем и рады... так, вас видеть, да? Подземной какой-то научной волонтерской программе. Ладно, какой-то мы подопытный. Так, выходим из комнаты. Будем смотреть, что тут нас будет ожидать. Ё-моё. Так, а куда идти-то? Сюда не пройти, только персонал. Опа, комната 402. Так, это что? Это у нас... Не знаю, нужна нам эта штука, не нужна. А как ее взять-то? Ее взять нельзя, да? Нельзя, только можно изучить. Хорошо. Тихо. Фотография. Семейная. На заднем фоне. Ну, кто-то маньяк, не маньяк. Но кто-то стоит. Так, и что? А, можно выйти отсюда. Ядрическая сила. А, надо узнать код. Testing Win. Тестовое крыло. Так, сюда выйти нельзя. Ну, пойдем туда. Окейшки, так, welcome, добро пожаловать. Что-нибудь здесь я могу нажать где-нибудь? Чего? Туалет. Как всегда, беда с отражением. Вы
есть балл игре уже списываем. Как же так-то, а? Что за беда у разработчиков сейчас? Не могут просто сделать банальное отражение, да? Там, ну, если не умеете работать там с какими-то лучами, там всем таким. Почему нельзя просто хотя бы, ну, сделать копию? Yes, hi, candidate 406. Welcome to the program. I'm the supervisor for group 4, and we are way behind schedule. So let's get started with the welcome message. Play tape. Welcome to Orientation Day. Feeling a bit jittery about your first excursion? That's perfectly natural. Here's what you need to know. Our artifact grants access to diverse fragments of reality, worlds that are similar to our own. Each trip lands you in a different world, making it impossible to predict your destination. Fear not, you won't venture alone. This nifty device will allow us to send you brief messages from Phaselink headquarters, so guard it with care. Upon arrival, activating all of the keys on the artifact will send you back home. Make the most of your journey. Gather intel and be prepared to share it during the debriefing. Best of luck out there. When you're ready, proceed through the door ahead. And good luck. Окей, так, надо какие-то ключи найти, чтобы нам вернуться домой. Ну, окейшки, ладненько. Опа. А, я забыл сказать, что это... А, я говорил, да? Что это хорорюшка. Похоже на фильм «Контакт». Кто не смотрел, рекомендую глянуть. Фильм древний, но очень качественный. Так. Ага. Хорошо. Отлично. Так, новый сигнал. Вехе, мы с тобой здесь. Остановись, ну, оставайся на виду и продолжай двигаться. Так, хорошо. Кто там в кустах шуршал? Местный маньяк-экзибиционист. Так. Ага. Артефакт рядом. Найди ключи, вернись to HQ. Не вопрос. Сейчас я найдем. В чем проблема? Подожди, может быть, надо было пойти сначала туда сходить?
Да, конечно, у нас тут жара такая стоит, ужасно просто. Там сидишь как в печке. Куда-то я не туда пошел. Размести 4 ключа на пьедестал и активировать, чтобы активировать артефакт. Ну ладненько, хорошо. Да, конечно, с оптимизацией игры пока что беда полнейшая. Прям откровенная. Ужасная оптимизация. А. Ладненько. Пускают меня. Вроде такая графика не ахти там прям вау. И прям чувствуется, что... С оптимизацией вообще не работали. Так. Ну, надо в дом идти. Так понимаю. Тут заперто. Что заперто-то? А я могу забор перепрыгнуть, не? Не, не получается. Подожди, а может быть... А, во, открылось. Так, хорошо. Детектин... Определено, что в доме находится много ключей. А? Кто? Кто-то там ходил? Ну, объявись, покажись. Мистическая какая-то там, ну, непонятная или как там, неизведанная соусер... Сосиска? Не, не соусер, а это... Тарелка, да, наверное, в небесах. Соусы, сосидж, да, это у нас сосиска. Так, слушай, ну мне здесь нравится. Здесь есть бухлишка. Вообще, зачем мне какие-то ключи здесь искать? Если можно здесь посидеть и просто покайфовать. А что это было-то? Что здесь кряхтело так? Ну, не кряхтело, то есть что здесь тряслось-то? Я не понял. Ну, окей. Ладненько, погнали. Что ходить тут вокруг да около? Погнали искать ключи. Пришли ключи искать. Так, ага, это я пришел оттуда. Так, меня сюда не пустят? Не, не пускают. Ну, пошли на второй этаж.
Так, дверь открывается. Опа, упали. Хорош. А ты иди сюда. Лысый человек. Вылази. Вылезти можешь, не? Вылази. Я с тобой хочу познакомиться. Кто ты уполз-то? Я инопланетян никогда не видел. Ну, дает, а. Взял, убежал. Хотел с ним побрататься там. А он оказался стеснительным. Так, subject, cropped circle, феноменом. Неинтересно все. Так, фотографии, тарелки. Знаете, когда он поджал под как его зовут, под диван спрятался, мне напомнило фильм «Очень страшное кино», когда там это, как его зовут, помните, он там это, клоун из ну, под кроватью. Пытался затащить этого чувака там одного. Он говорит, не-не-не, я тебя сейчас сам затащу к себе. Клоун там пытался удрать. Опа, опа. Прикольно. А меня можно забрать туда? Так, ну, если честно, ну, пока такое себе. Такое себе развлечение. Эта игра из себя представляет. Ну, ходим, бродим, ищем ключи. То есть, однозначно эту игру добавлять к себе куда-нибудь там в виш-лист не буду. Подожди, может быть, как-то что-то надо открывать? Да нет, они здесь все предметы сразу помечены. То есть, а, подожди, нет. Это можно открыть. А, подожди, шкафы можно открывать, оказывается. А эти вещи? Подожди, а? Ну-ка. А, не все, да? Только какие-то определенные. Ну, не знаю, мне скучно, если честно, уже становится, потому что, ну... О, где? Радио где-то внизу шуршит, что ли? Тут это. Личинку отложил. Так, хорошо. Где нам... Подожди, может быть, нам на улицу выйти? Где машина... Ну, там машину утащили. Но я, по-моему, на...
Опа, опа, о, ага. Отлично, отлично, хоть показал, куда бежать. А то бегаем, бегаем туда-сюда. А можно еще раз мне указать, куда бежать? А, еще ниже можно, да? Так, ключей я не вижу. Угу. Так. Опа. Да ж ты убегаешь-то, я хочу познакомиться с тобой, может быть. Спросить, как у тебя... Ага, подожди, это... Вон как мы... Тут все перевернуто стало. Так, don't look away. Не оборачивайся, окей, не буду оборачиваться. Опа. Подожди, или может быть надо это look away сделать? Опа, никого. Так, окейшки. Ну что, тогда пойдем вниз по лестнице. Сейчас посмотрим, что там. Я вроде все здесь осмотрел. Сюда заглядывал. Ну да, заглядывал. Пошли вниз тогда. Посмотрим, что тут. А, что? Здоров, здоров. Вот, вот мы и встретились. Как твои дела? Расскажи. Как сидится? Нормально? Удобно? А говорят, это... На потолке неудобно спать. Так. А эти... Ух ты, ё-моё. Эти надо, да, вставить нам? Угу. Как его зовут? Предохранители. Скучная игра, прям реально скучная. Прям ужасно скучная. Я просто хочу сказать, что... Когда я ее скачивал... Она была веселее намного. Реклама такая была крутая, там какие-то инопланетяне бегают за тобой, пугают тебя там. Страшно прям так. А сейчас мы играем от того же в игру «Убеги от какого-то лысого пупсика», я не знаю там. Ну как назвать этого монстра? Это не инопланетянин, это какая-то херня собачья. А, подожди. О. Подожди, надо сейчас внимательно осматривать все. Так, где, может быть, эти предохранители валятся? А здесь могут они быть? Наверное, могут быть. А, дверь. Опа. Мне еще нужен один. О. Все, отлично.
И что? Так, ну, мы взяли... Сколько у нас ключей? 3. Find the rest, fuse it quickly, no safe. Not safe. Небезопасно. Return to HQ is now a priority. А-а. Вернуться обратно, что ли, выходит? Нам надо... О, машина полетела опять. Ё-моё! Хера тут это? Разворотили все. Где там? Он там отжимается или что он там делает? Непонятно, что за странные какие-то звуки издает. Подожди, а? Нам туда надо вернуться, обратно? Get to barn. Что? Барн? Так, окей. Ну, нам туда, да, надо идти? Походу, да. Ну, а куда еще? Либо сюда, подожди, или... А, нет, сюда, да. Ну, пошли. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь запрятано. Так, вопросы. Что? А, можно подняться по лестнице. Ну, сейчас поднимемся. А, вон тарелка летает. Прикольно, прикольно. Так, ну я так понимаю, внизу здесь не будет ничего интересного. Надо идти наверх. Там будет у нас. Что-то интересное ожидать. Хотя, может быть, и нет. Сейчас посмотрим. Вот тут, а, вот туда подняться. Надо бы. Хорошо. Так, и что мы сюда пришли? Для чего? А, вон ключ, да? Все. Все ключи. Все. Что? А, фонарики все разбивают. Опа. Ё-моё. Что? Давай уйдем просто отсюда. Не будем этой тарелке мешать, ничего, ну, разрушать этот амбар. Не, ну красиво, конечно. А? Чего? А чё ты меня захотел-то? Не надо меня трогать, я это... Что за хрень? Это чё такое? Это... Какое-то говно. Я не знаю, это... Бредятина какая-то вообще... Что там? Деньги ищешь?
Или ты это... На низком... Этом, как спортсмен, так, опа, приготовился. Ну давай вместе, давай. Опа, я тоже. Готов? Давай, на раз, два, три, побежали. Ты будешь бежать, не? Ну, если честно, это швах. Это полнейший... Я прям через силу играл. Ну, уж взялся за эту игру, надо пройти, но это прям... Это вообще... Это не сходится с тем, что я видел... В рекламе. В рекламе там что-то было клевое, там прям, вау, что-то какие-то инопланетяне, что-то орут, там все там такое, там страшно прям. Я ожидал, что меня эта игра начнет пугать, а здесь, я говорю, какой-то сраный телепузик лысый бегает за тобой, и все. Даже не телепузик, а пупсик, знаете, такие вот детские пупсики маленькие такие были. То же самое! Что я во что поиграл? Это какая-то... Мы играли вот, забыл название игры, вот про инопланетян, там где агент ФБР был, фермер, и она была классная, она была реально клевая, шикарная игра, а здесь что, вот это, чего, что, зачем, ты кого, что ты делаешь там, ты дрочишь там или что, ты за мной бежишь там, или что там. Или ты стекла протираешь там. Я не знаю, что за хрень? Я вообще просто в шоке. Увольте меня в такую играть, но... Да. Ладненько, ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и игра The Echo Paradox. Парадокс эхо. Парадокс говна. Все, всем пока.